С 20 августа по 13 сентября 2020 года в выставочных залах Центрального дома художников в Киеве проходила 8-я всеукраинская выставка «Триеннале скульптуры 2020», традиционно проводимая раз в 3 года, которая в этот раз проводилась совместно с выставкой-конкурсом графических работ имени Георгия Якутовича. Оба мероприятия удачно дополнили друг друга и позволили зрителям окунуться в мир лучших образцов украинской скульптуры, созданных за последние 3 года. Экспозиция объединила более 126 произведений, 98 авторов, среди которых известные скульпторы современности. Приятного просмотра! Thank you.
Mm-hmm.